Привет из Венеции. Меня всегда интересовал такой вопрос. Откуда взялся именно такой дизайн этой маски? И что она обозначает? На самом деле она называется маска чумного доктора. Это специальная маска, когда была эпидемия чумы, и доктор приходил к больным, в этот большой нос, как бы в клюв, туда набивались разные лекарственные ароматические травы для того, чтобы, когда, не дай бог, чумной больной чихнет в лицо доктору, эти или чтобы через дыхательные пути не попадали бактерии, доктор туда набивал ароматических трав, которые являлись как бы фильтром для бактерий и защиты самого доктора от заражения вирусными, передающимися дыхательными путями болезнями. Вот такой секрет венецианской маски.